Луковицы тюльпана Вебер Спарот, ВБС Пэрот, рождают цветы экзотического вида, совершенно не характерного для растения. Бутон составляют широкие, изогнутые лепестки с изрезанными краями, напоминающими взъерошенное оперение тропической птицы. Полностью раскрытый цветок достигает 20 см в поперечнике. Цвет белый, край лепестков украшены тонкими розово-пурпурными мазками, внешние листки имеют зеленоватый оттенок. Такой необычный тюльпан заслуживает посадки на передний план цветника или размещения в вазон. Луковицы широко используют для выгонки, а цветущие экземпляры долго сохраняют свежесть в срезке. Тюльпан обыкновенный Вебер Спарот – это травянистый высотой 50 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка розово-белая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.